Здравствуйте. Вы на канале Банковский, и сегодня я хочу рассказать вам о кредитной карте Тинькофф All Games. Одной из особенностей Тинькофф Банка является то, что это полностью онлайн-банк. Следовательно, для получения карты вам необходимо всего лишь заполнить небольшую анкету на сайте, затем дождаться одобрения, и в случае, что если это произойдет, курьер доставит вам карту в срок от 2 до 5 дней в удобное для вас место. Кроме того, особенностью конкретно этой карты является то, что она предназначена для геймеров. И вы можете при заполнении анкеты указать свой игровой ник, который будет нанесен на карту рядом с вашим именем. Думаю, что эта особенность придется по вкусу многим любителям игр. Кроме того, поскольку эта карта предназначена для геймеров, вы получаете повышенный кэшбэк при покупке в игровых магазинах, таких как Steam, Xbox Store, PlayStation Store и Nintendo Store. Кэшбэк в размере 5%. Также вы получаете 2% кэшбэка при покупке электроники, когда вы расплачиваетесь в кафе и барах, покупаете билеты в кино, пользуетесь такси и каршерингом. Беспроцентный период данной карты составляет 55 дней, в ходе которого вы должны погасить свою задолженность, и тогда не будете должны платить банку ничего больше. К сожалению, многие люди злоупотребляют этим периодом и неправильно его используют, и затем обвиняют банк в слишком больших процентах. Лично я пользуюсь данной картой уже 1.5 года, и мне еще ни разу не доводилось платить проценты. Кэшбэк по данной карте начисляется в виде баллов, которые можно потратить на компенсирование покупок в магазинах электроники и игровых магазинах. К уже названным игровым магазинам добавляется MVideo и Dorado DNS. К примеру, вы покупаете игру в PlayStation Store на 1000 рублей, затем заходите в удобное мобильное приложение и, нажимая специальную кнопку, компенсируете данную сумму, которая заполняет задолженность по вашей карте. Кроме того, банк регулярно проводит различные конкурсы, в которых можно выиграть баллы. Например, недавно, приняв участие в небольшой игре на сайте банка, можно было получить 500 бонусных баллов. Данная карта очень актуальна для молодой аудитории, благодаря своему стильному дизайну и возможности неплохо сэкономить на покупке игр. В описании к видео вы найдете ссылку на подборку лучших кредитных карт. Если вы хотите выбрать себе кредитку, то там собраны все условия в одной удобной таблице. Если видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго!